Для широкого ознакомления населения с будущими нормативно-правовыми актами, проекты решений, объявления о назначении, дате, времени и месте проведения слушаний и порядок участия жителей в них в тот же день были размещены на официальном сайте администрации и опубликованы в общественно-политической газете «Анапское Черноморье». В оргкомитеты по проведению публичных слушаний в установленный законом срок поступило одно предложение и одна заявка на выступление, которое будет учтено при уточнении бюджета. Участники слушаний заслушали докладчиков и экспертов. По итогам публичных слушаний принято решение о внесении на очередную сессию Совета муниципального образования город-курорт Анапа проектов решений Совета об утверждении индикативного плана социально-экономического развития и о бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в уточненном виде.